Я в прямом эфире. Интересно, как качество. Ох, интересно, ох, интересно. У моря я, конечно, на пляже Клеопатра. Закат сейчас. Потрясающая красота. Народ купается. Люди хорошо проводят время. Сегодня воскресенье. В Турции выходной день. Всем привет. Вижу, что присоединяется народ. Привет, привет, привет. Запрос на совместный прямой эфир, пожалуйста, не отправляйте. Не буду я ничего подтверждать. Всем привет, мои хорошие, всем привет. На пляже Клеопатра, да. Возможно, не совсем устойчивое соединение будет. Привет, любимая, привет. Женька моя, смотрите, закат, закат. Мирова, бизи, бизи. Блядь, как он меня, блядь, бесит. Он тут живет какой-то, говорит, в Стамбуле он живет, капитан какой-то. Он говорит по-русски. Он ко мне подмазал. Вот еще в декабре я здесь была. В декабре он меня заебал здесь, блядь, на пляже ходить. Заебал, блядь, он прям заебал. Так, подожди, как переключить на ту сторону? А, вот, бля, как переключить? Неправильно я сделала, отключила камеру нахер вообще. Вот. О, я надеюсь, что видно нормально. Всем добрый вечер. София, привет. Если я подойду ближе к воде, будет слышна музыка, но будет неустойчивый интернет. Вот там парни сидят с колонкой. Так кайфово. Народ гуляет, да. У нас где-то 19 градусов. Народ купается, и дети купаются, и взрослые купаются, и даже турки купаются. Трое турков тут только что на закате, как дельфинчики плавали. А море шумит. У нас, посмотрите, у нас срезали олеандры. А вот здесь же были такие растения, я в тени пряталась, там переодевалась. Все срезали, это пляж номер 2. Телеферик наш, канатная дорога, пальмы, море, тепло. Совершенно не то, допустим, что в Каменске. Конечно, климат у нас в России, это ё-моё. Ё-моё. Парни какие-то идут. Музыка. У них, знаете, такое классическое такое направление музыки, не знаю, слышно или нет. Фантастика – это не то слово. Слушайте, я такая счастливая. Я такая счастливая, что это вот вообще... Я там просто, вот, знаете, словами не передать. Наконец-то я рядом с морем. Наконец-то. Слышно музыку? Напишите, пожалуйста. Я думаю, что на меня вы насмотритесь в другие дни, в другой обстановке, на моем YouTube-канале. А здесь просто наслаждайтесь атмосферой. Надеюсь, говорю, что нормально видно. Я бы вышла на YouTube в прямой эфир, но побоялась качества соединения. Кстати, это интернет бесплатный у нас в Аланье. Вот вышки стоят. Вот видите, эта палочка? Типа как скворечник. А музыку не слышно? Музыку слышно. Всем привет, всем привет. Вот видеонаблюдение. Весь пляж просматривается. Достаточно, знаете, достаточно безопасное место. Ну вот я вчера шла ночью домой из морского порта с улицы Баров. И вообще хожу ночью, и в 3 часа ночи хожу. Как-то у нас нет такого, знаете, что кто-то на кого-то напал. Вот единственный случай, там вот такой неприятный, мне вчера рассказала Иринка, моя подруга, та, которая из Беларуси, у нее знакомая вышла на проезжую часть, ее сбил скутер. И, ну, так как она, в принципе, она замужем за турком, и у мужа есть страховка, стоимость лечения будет покрыта полностью, о, квадрокоптер, и ей будут делать операцию. Ей будут делать операцию, вот это единственная такая печальная история, которую я услышала. А, Вероника, я тебя вижу. Вероника, привет, дорогая, привет, привет, привет. Кого вижу знакомых, всех приветствую лично.
Я на пляже, я у моря, где я еще могу быть? Привет, привет, привет. Атмосфера огонь, на улице тепло, даже турки купаются, повторяю. Меня смотрит 23 человека, 23 человека всего лишь. Я попытаюсь сохранить прямой эфир. Часто стала попадать на прямые эфиры. Кстати, у меня в Инстаграме, вот на этой страничке, да и вообще, в принципе, за время моего ведения Инстаграма, может быть, прямых эфиров-то было раз 5, может быть, всего. Привет, Кисуля! Так приятно! Всем привет! Всем привет! А звук идет вот оттуда. Парни сидят, у них колонка. Говорю, если бы я подошла ближе к воде, то у меня потеряется интернет-соединение. У меня вот тут вот халявный интернет, который на пляже раздают. Выходной день в Турции, выходной день. Все отдыхают. Турки любят море. Турки любят море, и вот выходной день, и вечерами, а летом они всю ночь сидят на берегу. Беру, знаете, там чипсы, какие-то семечки. Турки очень любят пиво, кстати, пьют в каких-то диких количествах. Это все принято считать, что турки не пьют. Ага, конечно, не пьют. Я вчера вот возвращалась с ночного клуба, двое шли, а один там вообще ни тяти, ни мати. Вообще прям, знаете, идти не мог. У нас 19 градусов. Вообще-то Яндекс пишет 17, но ощущение тепло. Ну вот смотрите, молодой человек идет в шортах. Девчонка в рубашке в такой, и он тоже в рубашке. Нормально, не поймешь, кто как. Турки, конечно же, они все в пуховиках сплошь и рядом. Вот видите, парнишка сидит прям в пуховике, в куртке, в такой синтепоновой. Вот наши, вот в шортах, и дети в шортах. В шортах и в куртке, да? Ну, наверное, купались. Один аж в шапке. Короче, не поймешь, кто как. Но, знаете, ветра сегодня нет. Пиво в диких количествах пьют просто. Знаете, сам по себе алкоголь в Турции дорогой, особенно для турков. Да, дорогой. А пиво, ну, более-менее такое сходное по цене, а бухать не любят. Я прям счастливая у моря. Прямо вот да. Приятно видеть. И мне вас приятно видеть. Слушайте, я вот свое такое ощущение, мне как силы вернулись. Я вот когда был снег, когда я была в России, я приехала, я такая думаю, о, ё-моё, нет, такого быть не может. Не потому, что я в России, нет у меня таких, как бы сказать. Я обожаю Россию, это моя страна. Блядь, ну холодно, я приехала из плюс 22 в минус 28, и у меня голова болела, знаете, вот два дня я не могла головы поднять. Отсюда, сюда прилетела, вчера, нет, позавчера утром я прилетела, сегодня третий день я в Турции, позавчера утром прилетела, сошла силы ко мне, сошла с трапа самолета, силы ко мне вернулись. Я доехала до дома на трансфере, разложила вещи, что-то почистила, перестелила кровать, то все, пошла за покупками, пошла к морю, пошла обедать, все, силы вернулись. Вчера проснулась такая, то, сё, пятое, десятое. Здесь как-то я могу выживать. Ну, блядь, когда холодно, нет. Прям вот нет. Я буду заканчивать, мои дорогие. Ой, Саша Попов. Сашуля, привет. Да, я там, где хорошо. Клеопатра, пляж номер 2. Смотрю видео ваши каждый день, Ольга пишет. Всего вам наилучшего. И тебе, Оленька, тоже. Привет, сексушка моя, твой Сашка ебанашка. Сашка, да, ты ебанашка. Мой Сашка ебанашка. С холода в тепло, с корабля на бал, да. Вероника пишет, да, это Клеопатра. Да, Вероника, мало вы очень побыли. Очень мало. Вам нужно возвращаться. Today Ukraine so much bomba Russia. А, это какой-то Today, сегодня Украина, много бомб на Россию. Так, это кто-то мне, блядь, Today, Украина, so much, бомба, Русия. Блядь, я тебя поймаю, вот, угур. Я тебя поймаю, блядь, я накручу тебе. Да пишешь мне тут хуйню всякую. Я у моря тоже расцветаю, сил немерено сразу, это кайф. В Екатеринбурге сегодня снежок. О, Элла, привет, моя милая, привет, ты тоже моя милая. Привет из шахт.
Я тоже мечтаю жить у моря. Слушайте, это совершенно другие ощущения. Абсолютно. Ты моя подружка онлайн. Я мечтаю жить в Таиланде. Слушайте, Таиланд воняет. Вонь, блядь, невозможная в Таиланде. Все бы ничего, но я там блевала, знаешь, за каждым углом. Просто это невозможно. Таиланд, знаете, Таиланд на любителя. Андрей Волков присоединился, Настя присоединилась. Думаю, мы вернемся на подольше обязательно. Вероника, я вас буду ждать. А кто не понял, это Вероника, Александр и Наталья. Они приезжали летом. Это из Челябинской области. Трое взрослых людей, двое из которых медики. О, Саша Попов пишет, Инна блогер, сия Руси люблю, Беларусь, Россия, сила. Да ты моя любовь. И температура воды 18. Можно купаться, дети купаются. Дети купаются. Турки купались сегодня. 3 штуки вот тут вот плавали, плескались как дельфинчики. Закат красивый, очень красивый. Закаты у моря – это вообще отдельная тема. Я говорю, я подошла бы поближе, но у меня не будет ловить интернет. Загораются фонарики. Ну, такие вот фонарики от, ну, как сказать, от дневного освещения питаются. Видите, такие вот. Я тоже о квартире у Клеопатры мечтаю. Каждый год летаю. Инночка, обожаю ваши ролики. Присоединилась. Закаты – шедевр. 18 градусов. Приезжайте, купайтесь. Слушайте, наши все купаются. Я сегодня ходила в Гёзлемешную. Ну, это я так ее называю. На самом деле, это кафешка у моря. Называется Олейна. Тут возле Миграса, как по дороге на второй пляж. Сидела с парнем, общалась. Он из Украины. Ну, не парень, мужчина, наверное. Ему, наверное, ближе к годам к 40. Мы кушали за одним столом, потому что народу было очень много. Нормальный, абсолютно адекватный чувак. Он, естественно, я ему сказала, что из России. Да, он это и сам понял. У меня же на заставке Владимир Владимирович Путин, на заставке телефона. А телефон-то же у меня всегда на столе. Он увидел, он такой, типа, что кто такой? Я говорю, мой любимый мужчина. Ну, Владимир Владимирович. Ой, он такой, о, ну у него не было Зеленского на заставке. Было бы странно, да, мужчина? Ой, Инна, было время, спасибо за гостеприимство. Помним твой балкон и бассейн. Ты, Вероника, вы меня очень порадовали своим вообще присутствием в моей жизни. Инна, привет, смотрю каждый день, какая красота заката. Что-то у меня голос плетется. Андрей, смотрю все видео, очень хочу сделать у тебя рекламу. Андрей, мне кажется, вы мне писали в скрытом, там у меня несколько сообщений есть, я еще не на все ответила. Так приятно, что тут все адекватные. Ты умница, горжусь. Насиба Хон, ха-ха-ха. Насиба, я поняла. Насиба, здравствуйте. Я поняла, какая девушка, обожаю твой юмор. О, привет, Жанна. Насиба, я познакомилась с девушкой, она из Кыргызстана, я думаю, что это она. Вот конкретно аккаунт я ее не вижу, но я познакомилась здесь, она замужем за турком, она уже родила лялечку. И ее подруга меня смотрит. Ну, короче, она прям подошла ко мне, девушка, и говорит, она в это время разговаривала с подругой, подруга увидела, по видеосвязи разговаривала, подруга увидела меня, говорит, это Инна, Инна, подойди к ней, и мы здесь у моря познакомились. Не думала, что встретимся с тобой на прямом эфире у Инны. Вот, девочки, вы правильно, значит, это вы и есть. А по поводу рекламы пишите мне на электронную почту insudakova@mail.ru. Мои хорошие, я вижу, что народ увеличивается, а мне надо уже заканчивать, надо уже сворачивать лавочку. Мне надо сворачивать лавочку. Да. Закат потрясающий. Смотрите, солнышко прям проваливается в море. Роскошный закат, конечно же, роскошный. Я третий день в Турции. Инна, что посоветуешь тем, кто собирается
переезжать в Турцию, не торопиться, взвесить все за и против и найти хорошую работу онлайн. Потому что в Турции работы нет, не надо тешить себя надеждами, что вы здесь найдете работу. Как бы вы ни знали английский язык, турецкий язык, но в Турции катастрофическая безработица. Взвесьте все свои за и против. В Турции очень подорожал уровень жизни. Если раньше можно было прожить, там, грубо говоря, там на 12-15 тысяч при условии того, что у тебя есть своя квартира, ну, как бы сейчас это просто бешеные деньги в связи с последними событиями в мире, деньги просто баснословные. Не знаю, во что все это выльется. Тут слышала, знаете, такого плана разговоры, что изменилось вроде бы отношение к иностранцам, в том числе всех наших имеется в виду. Там и украинцев берем в счет, и русских берем в счет, всех, как будто бы у турков изменилось отношение. На самом деле нет, нихера ничего не изменилось. Туркам вообще глубоко насрать. Им лишь бы деньги платили. Но государство, конечно же, пытается бороться. У Эрдогана выборы весной. Ограничивают ВНЖ, не ограничивают, закрывают районы, не закрывают. Вообще, знаете, непонятно просто, что будет. Но как хорошо. Вот мне сейчас нужно продлевать вид на жительство. Ну, у меня есть квартира, и у меня район открытый. Мне-то будет 100% это одобрено. Ну вот, у людей проблемы возникают, конечно же. Чтобы легально здесь находиться, очень много сейчас проверок, и миграционная служба ко мне до моего отлета в Россию приходила миграционная, двое мужчин с планшетом, стучали во все двери, короче, говорили, типа, чтобы я показала ИКМЕД. Я, конечно же, показала, и сказали, все, тамам, все хорошо. Саша пишет, мы с тобой точно поженимся. Сашка, я согласна. Я согласна. Вы давно вернулись в Турцию? Так вот, 3 дня. Так. Ты можешь сориентировать меня, сколько стоит у тебя реклама? Ну, конечно же, Андрей. Прям в прямом эфире я с тобой вот буду на эту тему вопросы, разговоры вести. Андрей, такие вопросы решаются лично, и все зависит, что вы хотите, именно что вы хотите. Я как будто побывала на море. Мерхаба. Селим, мерхаба. Вчера, кстати, вот мужчина, мы были с Иринкой в ночном клубе. Вот этот вот мужчина подарил мне цветок. Он сейчас у меня стоит дома. Акшам гюнеши чок гюзель. Да, вечер прекрасный. И акшамлар, селим. Обожаю Турцию. Турцию все любят. Инна, выходи в прямой эфир почаще, интересно. Прямые эфиры я провожу на своем YouTube-канале. Там, поверьте, не менее интересно. Я тоже рада, что вышла в прямой эфир. Я надеюсь, что слышно шум волн. Ребята, которые сидели здесь, свалили куда-то. Они прям вот... Турки любят вот такого плана у них стульчики. Видите, такие, типа, как это... Как они же называются... Такие раскладные. Они их привозят с собой. В багажнике в каждой машине такие стульчики есть. Приезжают и даже в обеденный перерыв возьмут какой-нибудь тост, айран и сидят жрут. У моря сидят. Да. Турки любят море. Очень любят. Это видно, как они стараются сюда приходить с детьми. Вот пара семейная, где мужчина в белом костюме там. 2 ребенка вот, и 1 ребенок маленький за папой. 3 ребенка и вот коляска. Тоже вот пришли дышать к морю. Закаты роскошные просто. Я вас тоже люблю. А Вероника пишет, поддерживай, Инна, выходи почаще. Мы с тобой будем встречать закаты. И рассветы, Вероника, и рассветы. Закаты. Очень вы хорошо это сказали. А народ присоединяется, кто-то уходит из прямого эфира, кто-то присоединяется. Новенькие. Ну, просто знаете что? У меня вроде бы соединение устойчивое. У меня не было такого, что у меня вот такие моталось колесико и там пыталось найти связь. Делишки хорошо. Хорошо, делишки, хорошо. Надо заканчивать. Я вот в костюме.
Он тонкий, он такой трикотажный, тонкий, в тунике, которую подарила мне Кристи, моя подружка из Эстонии. Туничка, вот сумка, белые, белые такие мокасинчики. Тепло, тепло. Я опять перевернула камеру, ну, чтобы вы насладились последними минутами заката. Вот сейчас вот небо такое станет посерее, и я закончу. Не выходи, да как так не выходи? Написал тебе в директ, буду рад обсудить. Это ты, правда, красотка, хорошего вечера тебе. И до встречи, Андрей, до связи. До встречи. До встречи. Вроде бы ты, Андрей, вроде бы вы меня... Я так смотрела сообщение вскользь, но потому что мне не было времени ответить, вроде бы вы меня пригласили на какое-то мероприятие. Татьяна пишет, Инуся, приветик. Да приветик, мои дорогие, приветик. Всем я вам тоже машу рукой. Я вам тоже машу рукой. У меня эфир без фильтров. Обыкновенный вот такой вот, как вот... Причем, знаете, картинка не меняется. Вот я смотрю глазами и смотрю в экран телефона. Картинка не меняется. У меня обыкновенный телефон Honor 20 Lite. Самый бюджетный, самый вот вообще какой-то вот прям... Прям фигня телефон. Хотела купить... Вот ездила в Россию, хотела купить новый телефон. У Samsung вышло просто... Вот у меня... Я снимаю на Samsung A51... Я у 53-го смотрела камеру, стоит 27 тысяч, я не знаю, что я его не купила. Просто потрясающая камера у 53-го Самсунга. И девушка, которая продавала телефоны в салоне сотовой связи, ну мы в МТС заходили, в торговый центр Октябрьский, она говорит, Самсунги могут конкурировать с айфонами по качеству воспроизведения. А тем более, если вы снимаете длительный ролик, там не какое-то вот сиюминутное видео, а вот именно там 20 минут, там 30 минут, какой-то влог, вот только Samsung вот это вот все тянут. Вот серьезно. Вот бюджеточка, ну такая достойная. Ну что говорить, я своим телефоном Samsung за 23 тысячи рублей заработала на квартиру в Турции. Как вам такая информация? Я, кстати, ее не скрываю. И всегда вам рассказываю об этом, о своих каких-то успехах, о своих каких-то там сложностях. Нет, у меня нет, деньги с YouTube все еще не пришли. Зарплату я не видела за полгода. Хоть счет у меня открыт в МТС-банке, в Райфайзен-банке. И еще где-то я, блядь, открыла счет, что-то не помню. МТС, Райфайзен. И где я еще открыла-то? В двух, да, банках? Тинькофф у меня есть счет, но в Тинькове какая-то бешеная комиссия. В МТС... где-то, нет, не Газпромбанк. Слушай, что-то я окружалась. Где-то я пооткрывала счета и все, блядь, забыла уже на белом свете. Начали, они сказали, что перевод идет. Первый платеж был 18 января, второй был 21 января. Суммарно это крупная сумма, ну, будем говорить. И нет, все еще деньги не пришли. AdSense, это платежная система YouTube, сказали, что будут проводить расследование только когда пройдет 15 дней, потому что 15 рабочих дней, потому что в условиях там вот этого и ситуации мировой, до 15 рабочих дней может быть перевод там из Америки. А в МТС-банке, куда чьи реквизиты, я, конечно же, указала, они начали вроде бы расследование. Я им предоставила скриншоты с номерами переводов, со своей контактной информацией. Ну, скопировала, блядь, своего платежного аккаунта. Вроде бы взяли в разработку. Ну, посмотрим. Ну, потеряться не должны. Я помню, когда прошлые деньги получала, в июле, что ли, точно такая же фигня была. То они там, блядь, потеряли, то они не нашли, то они не одобрили. Потом я пошла распечатывать свое партнерское соглашение, свой контракт с платформой YouTube. Пошла то-сё, пятое-десятое, заверяла каждую страницу. Потом они деньги выслали. Ну, короче, это такая, знаете, больная тема денег. Привет, Инна, рада видеть. Привет, мои дорогие, привет. Да я думаю, что они не потеряются. Если не получится ничего с российским банком, я открою счет в турецком банке. Я знаю, что сейчас есть определенные сложности, и нужно положить несколько тысяч долларов для открытия счета иностранцу. Но у меня будет и комет, у меня совершенно другие условия. Ну и что говорить, у меня есть с собой несколько тысяч долларов. Открою и положу.
Да и вообще счет есть, если что, и счет есть и у Наташи, у моей, у Панфиловой, у Олеськиной подруги. И могу на Надюшкин счет перевести, которая моя подружка в агентстве недвижимости работает, у кого квартиру покупала. И у Иринки могу счет. У Иринки есть белорусский банк. Короче, я хочу доллары. Я не хочу конвертировать. В рубли можно перевести. Но я живу в Турции. Зачем мне рубли? Все будет отлично. Я надеюсь. Я, в принципе, я неправильно сказала. Я, наверное, даже... Я в этом даже не сомневаюсь. 22 человека осталось в эфире. Всем привет, всем привет. Я вам тоже машу ручкой. Вот такое вот небо потрясающее. Просто какое-то волшебное. Оно до такой степени роскошное. Атмосфера вот здесь вот. Вот такая. Кручу телефоном, чтобы вам было видно. Фонарики набрали дневного света в течение дня. Они такие, как они, энергосберегающие. Утром у нас где-то в районе 10 часов шел дождь. Причем такой сильный. Но я в это время спала. О, луна. Спасибо за сердечки. Все, потом не было никакого дождя. Все, исключительно этот парень уже проходил. Что он ходит зад-вперед? Мерхаба. Нина, и вам желаю тоже всего хорошего. Народ постепенно начинает уходить от моря. Знаете, море завораживает своей красотой. Просто, знаете, вот я смотрела бы на него вечно. Я всегда говорю, вот, например, в Каменске-Уральском у меня было бы... Вот парень вообще в футболке, причем это турок идет. Рядом с ним друзья идут в куртках, парень идет в футболке. Но у него даже нет никакой кофты. И они сейчас сядут, у них в пакете напитки. С пивком они пришли, я вижу. И что он будет сидеть в футболке, он не заболеет? Сел бы хоть спиной какому-нибудь парню. У турков это, знаете, такое вот распространенное занятие. Придут, посидят, как сказать, с пивком, с семечками, заплюют весь пляж с семечками. Потом будет ездить машина такая, просеиватель, сито. И вот семечки, окурки за время вот зимнего сезона будет потом просеивать, готовит пляж к сезону. Но это где-то будет апрель месяц. А учитывая то, что были большие волны, пляж, знаете, намыло. Вот если я бы вам подошла, показала, но у меня потеряется интернет. Вот такой вот большой нахлёст. Хоть бы с кем-нибудь познакомилась и родила, написала мне Паулина. Паулина, блядь, иди броди, дура. И на что привезли нас к морю? Спасибо, что привезли нас к морю. Часики тикают. Паулина, у тебя уже часики протикали. Ты не переживай, Паулина, все у меня будет. Все у меня будет. Даже мне, в принципе, сейчас-то всего достаточно в жизни. Успокойся уже. Не переживай за меня, переживай за себя. Роскошный закат, роскошный. Днем солнышко светило. Днем солнышко светило, было тепло, хорошо. Ну, хотя с утра был дождь. Я такая счастливая. Знаете, вот искренне хочу с вами поделиться этими эмоциями, этим счастьем. Вот той, тем умиротворением, которое у меня сейчас в груди, в душе. А может быть, вечером начнется дождь. А может быть и такое. Потрясающий закат, да. Закаты у моря, они всегда роскошные. А сколько я уже в сети, я даже не знаю, здесь нет счетчика времени. Потрясающий закат. Заведующая отековым отделением. Паулина, мразотная какая-то баба, пишет мне гадости. Видимо, посмотрела на мою физиономию. Ты просто учти, крыса. Я перевернула телефон, и он у меня от моего лица на уровне там 20 сантиметров. Поэтому лицо очень близко. Нет у меня никаких ни отеков, ничего. Вообще я этим не страдаю. Отечность, она как появляется? Если кольцо на тебя не лезет, ну на руку, значит, у тебя есть отечность. Никогда в жизни никаких отеков у меня не было. Да из чего бы им взяться? Я вчера выпила всего лишь 3 бутылочки по 0,3. Это вы понимаете, что для меня, для 100-килограммовой бабы, это вообще ни о чем. Так что подъеб не засчитан.
Инна, у тебя глаза счастливые, молодец. Очень счастливые. Это реально наслаждение. Волны какие, очуметь. А здесь какой воздух. А воздух, а если подойти поближе к воде, то вот волны, я говорю достаточно громко, чтобы вам было всем слышно, потому что я нахожусь в общественном месте, чтобы звук не рассеивался. У меня же нет никаких дополнительных микрофонов. Так вот, вернусь к волнам. Если подойдешь вниз, чуть-чуть вниз, к воде, когда волна сюда прибывает, такие капельки прямо на лицо так освежает. Освежает, это невероятно. Это очень красиво. Спасибо каждому за сердечки. Огромное спасибо. Я очень рада, что вы у меня есть. Здесь, знаете, более-менее публика у меня адекватная. Просто я бы сейчас думаю, если бы я сейчас была бы на своем прямом эфире на YouTube-канале, это все. Я бы уже столько всего услышала. Видимо, здесь люди как-то более благополучные, что ли. Катайся на волнах. Дура, это продолжает писать мне. А, Инна, вы каймак купили? А, Элина, каймак он называется. Каймак. Помню, вчера забыли его название. Элина, слушай, что-то вчера прям окружалась. Забыла название у моего любимого продукта. И прям так искренне вот думаю, как он, блядь, называется. Каймак. Нет, каймак не купила, сегодня в магазин не спускалась. Пойду обратно вечером, ну как вечером, уже вечер. Вот там вот парень на серфе, вот он, прямо вот к берегу. Сейчас зайду домой, мне надо, я взяла с собой $100, надо бы разменять деньги, потому что у меня осталось после моих гулек 200 или 300 лир. Знаете, 300 лир, ну, я же зашла поела. Мне больше баранинки купить. Да что говорить, мне нужно домой, я хочу суп сварить. Мне нужна дома картошка, морковь и лук. Картошка в магазинах не принято покупать в Турции овощи. Нужно ждать базар. Базар будет ближайший во вторник. У нас в Аюзбир продаются только, знаете, такое, яблоки, лимоны. И это еще в лучшем случае. Картошки нет, но рядом есть, рядом с моим домом, на противоположной стороне, буквально через дом, квадрокоптер летит, вот маленький. Есть магазин, там нет моркови. Картошка, лук есть. Хочу суп. Понимаете, с возрастом мы начинаем ценить суп, спокойный сон, горький шоколад, это сухое вино. Надеюсь, что и до мужика, до хорошего тоже дойдет. Каймак, да, Ася, каймак. Здесь люди добрее, ну, надеюсь. Тоже каймак хотела напомнить. Девочки, спасибо большое, что вы меня смотрите, вы у меня внимательны. Видишь, уже алкогольный склероз. Инна молодец, очень многого добилась, мое вдохновение. Ниночка, большое спасибо. Знаете, я, самое-то, что интересное, без всякого там, знаете, продакшена, без всяких рекламных интеграций, абсолютно никто меня не рекламировал. Я вывезла своей харизмы, обыкновенная девка, грубо говоря. Вообще не знакома была ни с этой платформой, ничего. И каким-то, знаете, я считаю, что это просто невероятное чудо. Ну и да, боженька меня любит. Оттуда доносится тоже музыка. Там идет такая музыка турецкая. А там этот мужик, блядь, который капитан из Стамбула, вот этот алкаш, он сидит тут постоянно. Это, значит, от него музыка идет. Тут уже попытался... Я снимала влог у моря. Он попытался уже ко мне подойти. Я говорю, ой, давай. Мимо. Тут же каждый турок норовит тебя в свои объятия заключить. Какие счастливые люди в Аланье. Я считаю, что мне просто повезло. Но опять же, я, чтобы стать интересной вам, вообще блогеру, как успех блогера, чтобы стать интересной своему зрителю, нужно быть интересной в себе. Вот я сама от себя обалдею, я просто восхищена. Красивее бабы я на свете не видела, красивее, чем я. И я просто считаю себя просто эталоном женской красоты, хозяйственности и всего такого прочего. Да. Мои дорогие, я не шучу, я говорю искренне. Я считаю себя очень красивой бабой. Как бы, знаете, возможно, это смешно не звучало, может быть, даже где-то глупо, но... Ну, в общем, я считаю, что если полюби себя, и полюбит тебя весь мир, абсолютно.
И это, знаете, что подтверждение тому, у меня с ведения моего канала появилось очень много друзей из разных стран, из разных городов. И причем люди, я прям чувствую, что они за меня искренне рады. Это люди все разные, они работают, кто-то работает певцами, причем известными певцами, кто-то работает, зарабатывает на жизнь, рисуя портреты, известные. У меня вот есть подруга, она известный художник в Беларуси, моя Белла. Это, знаете, врачи на ведущих каких-то вот должностях, депутаты. Блять, я просто не могу назвать все явки, пароли, потому что мои хейтеры, естественно, забросают людей своими какашками. Просто уберите руки, уберите руки. Кто появляется у меня в видео, то сразу же начинается какой-то бред. Просто какой-то бред начинается. Начинают людям этим писать гадости. Про меня, про них. И люди просто: о, мы с Инкой дружить не будем. Ну, им так хотелось бы, хейтерам, чтобы люди так сказали. Но я всегда говорю, мой YouTube-канал – это естественный отбор. И если я знаю… Вот сейчас уже, я же не скрываю о том, что я блогер, что я известный человек. Вот сейчас, например, с кем-то я знакомлюсь, я говорю всем буквально, не скрывая, что я блогер, и говорю, что есть определенная группа людей, которая меня ненавидит и пытается сделать мне гадости, и пытается там что-то как-то мне навредить. Будьте готовы к каким-то провокациям, вам могут писать в личные сообщения, если вы появитесь там где-то, вот буквально даже лайкните мою фотографию. И если люди слабые, слабые духом, я просто понимаю, что это естественный отбор. Боженька сам от меня таких людей отводит. Это просто… Да спасибо, я даже говорю. Если вы не выдерживаете дружить со мной, то и не надо. То и не надо. Вот так вот. Ну, кстати, у большинства моих друзей сейчас, с кем я общаюсь, закрытые профили во всех социальных сетях. И до них не достучиться, не дописаться. Звуки моря – это просто волшебные. В Стамбуле, конечно, была. Стамбул обожаю. Если все будет в порядке с моими друзьями из Эстонии, в марте мы встречаемся, в конце марта мы встречаемся в Стамбуле. Это Мариус, Ирина, Кристи, моя подружка, и Кирсика. Надеюсь, что мы все увидимся в Стамбуле. Вообще, мы планировали на осень, но они осенью приезжали сюда, в Аланию, повторно. Это было так незапланировано. Планы маленько поменялись. Ну, в общем… Но опять же, у них такое событие прекрасное случилось в Алании, поэтому мы отложили наш Стамбул на пару тюльпанов. В марте, в апреле будет потрясающе красиво, и все площади Султан Ахмед будет засажена тюльпанами. Из холодного Питера привет, мы будем ходить, гулять и наслаждаться. Обожаю Стамбул, обожаю. Я вижу, что ко мне подключаются новые люди. Какие цены сейчас в Алании на недвижимость? Слушайте, цены просто растут вверх. И, знаете, нет предела. Просто нет предела. Застройщики бьют тревогу. Рынок стоит. Рынок стоит. Люди понимают, что цены дутые. Все, что вы видите, у блогеров какие-то обзоры недвижимости, либо… У агентств недвижимости, что тут они совершили сделку, там они совершили сделку. Это либо плановое, либо это запланированное там. Они строили дом, там еще 2 года назад начинали строить. Либо сейчас никто не покупает. Понимают, что цены дутые. Считайте, я свою квартиру покупала за 65 тысяч евро. Это был… я ее авансировала в июле 2021 года. Моя сейчас квартира стоит 169 тысяч евро. Но я покупала… Сейчас евро и доллар практически сравнялись по цене. Когда я покупала, разница была где-то 10 рублей между долларом и евро. Так как у меня накопления мои были в долларах, на тот момент евро я конвертировала в доллары, у меня было 78 тысяч долларов. Это равнялось 65 тысяч евро на день моей покупки. Кстати, у меня батарея разряжена, 10% осталось. Ну, блядь, я не удивлена. Блогер, это же Б-блогер, у меня всегда телефоны разряженные. Я не знаю, куда это все льется. Люди рассматривают Мерсин,
для приобретения недвижимости активно застраивается Газипаша. Газипаша, и чё, вот там вот, у аэропорта, когда, там, понятное дело, что там есть море, понятное дело, что земля дорогая, но там бананы растут, там плантации, блядь, ну, вот я считаю, что я просто как у Христа за пазухой живу, я живу в центре Алании, и, ну и чё, Газипаша, когда она развивается, набережную строят, дома строят, возводят там новые объекты, детские площадки строят, но все равно как таковой инфраструктуры нет. Какой бы ни был классный Махмутлар, это все равно Махмутлар, блядь. Я живу в центре Старой Алании, да просто в центре Старой Алании, в новом доме, вот так вот мне повезло. И знаете, вот карантин, когда мы сидели все на карантине, когда был коронавирус, очень мне вот это помогло. И за этот год, когда были закрыты границы, я заработала на разницу. Вообще, я думала, что я буду покупать квартиру вообще изначально в Махмутларе. И на тот момент у меня были деньги на старый дом в Махмутларе. Я просидела год на карантине, я купила квартиру в новом доме и в Алании. Это просто мечты мои все сбылись. Я переворачиваю камеру, наслаждайтесь последними минутами заката, потому что на меня вы насмотритесь еще. И я буду скоро заканчивать, потому что у меня 9% телефон показал заряд. И надо еще как-то сохранить, успеть нажать кнопку. Я надеюсь, что я, блядь, смогу сохранить эфир. У меня, я не такой прям инстаграмщик. Я надеюсь, что у меня получится сохранить эфир, и более того, я хочу его перезалить на YouTube. И если будешь покупать недвижимость, то где? Слушайте, я же чуть не купила вторую квартиру. У меня не хватило денег, и просто боженька меня упас, так как отключили монетизацию на YouTube, и я поняла, что сейчас для меня это были бы непомерная финансовая нагрузка, просто непомерная. Мне либо пришлось бы продавать квартиру, чтобы рассчитаться в Россию, рассчитаться за этой квартирой, за эту квартиру, за новую, которую я планировала покупать. Но с квартирой в России я тоже не планирую расставаться, она мне там нужна. Здрасте, это моя страна. Ваша квартира очень крутая, хотим такую, но уже не потянем. Да может и потянете, смотрите, приценивайтесь. Я бы купила вторую квартиру, я бы купила с удовольствием вторую квартиру, это была бы потрясающая инвестиция на будущее, я бы на пенсии ее сдавала и вуз бы не дула. Слушайте, постоянно хейтеры, знаете, говорят, договорю свою мысль и отключаюсь, хейтеры говорят постоянно, типа того, что Инна, у тебя монетизации нет, буквально ты по миру пойдешь, ой, слушайте, а монетизации уже нет буквально год, я же не пошла, я же деньги не снимаю, ну я просто, ну... Там у меня на Тинькофф бизнес лежит сумма, Тинькофф обыкновенная лежит сумма. Вот сейчас какую-то сумму я жду на МТС-банк. Не пошла ведь я по миру, не переживайте. Моих запасов хватит на 5 лет не работать вообще, не вздрагивая. И поддерживать тот образ жизни, который я сейчас поддерживаю. Так что, хейтеры, вы не надейтесь, что я пойду по миру. Не надейтесь. Я придумаю что-нибудь такое, вы просто охереете, вы оглохнете. Инна, спасибо, ты молодец, смотрю с удовольствием. Алания – это просто мечта, люблю Клеопатру, и я тоже обожаю Клеопатру. Цены очень возросли. Я пытаюсь читать чат, и вот у нас такое вот небо, и народу становится меньше. А вот оттуда доносится музыка турецкая. Мои дорогие, я вернулась. Что-то, короче, какая-то фигня с интернетом. Я перевернула камеру, и пропал интернет. Вы почувствовали, да, это несколько секунд было. Вот, телеферик. Да, цены бешеные, когда это лопнет пузырь, интересно, лопнет. Слушайте, ну, по Кавказ привет. Но, знаете, давайте смотреть объективно на вещи. Ни разу на моей памяти квартиры не дешевели. Ни разу. Ни разу. Может быть, вне сезон, когда продаж нет, может быть, процентов на 10, на 15. Но сама по себе недвижимость, это такое, вот знаете, вложение всегда, всегда удачное, всегда успешное. Недвижимость не дешевеет. Ну, просто если сейчас вот такой ценник стоит на квартиру там, в Турции, в Алании, где раньше всегда была относительно Европы, относительно вот Средиземноморья, цена на недвижимость была всегда привлекательнее. Ну, тут же будем говорить Средиземноморье, тут же и все, и Франция, и там какой-то хуйни нет на том берегу.
тут же и Сирия, Франция, какие там еще, Испания, Средиземное море, это же все вот, мы же в одном море все купаемся, но цены просто дутые. Мои любимые, все, я заканчиваю, иначе я просто-напросто не смогу сохранить эфир. У меня разряжена батарея. Все, я вас люблю, целую, обнимаю. Все, я вам машу рукой. Пойду в сторону дома. Все. Люблю. Пока. Пока, 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 пока. Спасибо за эфир, спасибо за лайки. Попытаюсь сохранить. Так, сейчас нужно это как-то сделать. Блять, нажать на крестик, да? Все, пока. Спасибо за компанию. Так, вы уверены? Завершить эфир. Заверши.